В Люберцах продолжается капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Ход выполнения работ в 19-м доме на улице Мира проинспектировал глава округа Владимир Волков. По срокам все согласовано с 30.04. Вот сейчас 50% сделано. Этот многоквартирный дом построен 45 лет назад из силикатного кирпича. Со временем строительный материал начал разрушаться, на фасаде появились трещины. Несколько лет назад отремонтировали кровлю и заменили лифты. На подъездах установили видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Теперь утепляют фасад и облицовывают его керамогранитной плиткой. Работают 10 человек. Жители очень довольны, работают в регламентах законом о тишине Московской области. После капитального ремонта станет теплее в квартирах, увеличится звукоизоляция. Работы планируют завершить в конце апреля. Сейчас работы идут в соответствии с тем графиком, который был утвержден нами. Жителями ведется активная работа, все замечания принимаются, устраняются. И наша задача подрядную организацию сопровождать до того момента, пока они не сдадут работы. В округе в этом году отремонтируют 61 фасад многоквартирных домов и почти 150 подъездов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.